15 января текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Кызыла выявили незаконную продажу алкоголя 59-летней гражданкой с так называемого адреса. Из дома кызылчанки полицейские изъяли 14 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 10 литров, а также подручные средства, необходимые для разлива, мерную бутылку и воронку. Проведенное исследование подтвердило, что изъятая жидкость содержит этиловый спирт и не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам предварительной проверки материал передан в следственный отдел Кызыла регионального следственного комитета.